Да-да-да, я прекрасно вас понимаю. Я, вы и многие игроки в полном недоумении от того, что происходит в данной игре. Если вы еще не поняли, я про этот экспонат. Зеленые патроны. Обычные, ничем не примечательные зеленые патроны, скажете вы. И я с вами полностью согласен. Но с четверга 7 июля 2022 года все изменилось. Разработчики улучшили дальность стрельбы и падение урона на дальних дистанциях. У зеленых патронов 12 калибра в реальной жизни дальность стрельбы может составлять 1,5 км, а то и 2 км, в зависимости от дробовика, из которого вы стреляете. Но давайте посмотрим на эту ситуацию объективно. В нашей игре 2 км это половина карты. Так что у нас эти показатели немножко изменены. Обо всем об этом я расскажу позже, а сейчас мы просто посмотрим на характеристики помпового дробовика и зеленых патронов. Почему именно помповый дробовик, а не двуствольный, спросите вы. Все просто. Потому что у помпового дробовика магазин в 3 раза вместительнее. Также урон составляет 210 единиц, когда у двушки он составляет всего лишь 180 единиц. Из плюсов еще у помпового дробовика отсутствует как таковой разброс, а у двуствольного дробовика он составляет 0,5 градусов. BBM этих оружий тоже отличается. В этот раз помповый дробовик у нас проигрывает, потому что BBM у него 50 единиц, а у двухствольного дробовика 120 единиц. Для тех, кто не понял, я вам объясню. BBM это урон в минуту, то есть скорострельность оружия. Из оставшихся преимуществ при выборе в инвентаре помповый дробовик достается за 1 секунду, когда двуствольный дробовик достается за 1 секунду 75 миллисекунд. Перезарядка у обоих дробовиков занимает 5 секунд и 50 миллисекунд. С этого делаем вывод, что чтобы конкурировать с штурмовыми винтовками и полуавтоматическими пистолетами, нам больше подходит помповый дробовик. Крафтится помповый дробовик на втором верстаке. Понадобится 15 МВК, 2 трубы и 1 пружина. Изучение по ветке вам обойдутся в 525 скрапа. А на столе исследований вы потратите 125 скрапа. Сломанный дробовик починить можно будет за 5 МВК. Также помповый дробовик с патронами 12 калибра, именно красными, можно будет получить, выполнив квест в рыбачке. Вам нужно будет подойти к дайвинг-мастеру и взять у него квест на убийство парочку акул. После чего вы подходите к нему, выполняете за задание и получаете, собственно, свой заветный дробовик. Теперь перейдем к зеленым патронам. Пуля 12 калибра JL Slug отличается от картечи, это красная пуля, отсутствием дроби. Вместо нее патрон содержит 12-миллиметровый снаряд. Средний урон патрона составляет 75 единиц. Но стрельба в упор наносит колоссальные 225 единиц урона. Ранее я вам рассказывал о зеленых патронах в реальной жизни, что дальность составляет 1.5 км. Так вот, в нашей игре это слишком много, поэтому дальность стрельбы варьируется от 100 до 120 метров. И в таком случае игроку наносится от 60 до 70 единиц урона, в зависимости от области попадания патрона. Давайте я вам наглядно все объясню. Сейчас на экране вы видите ботов, у которых ХП равно 60. Получается, если мы один раз выстрелим с расстояния 120 метров, то мы должны ваншотнуть и убить. Объясню. То есть, если вы попадаете выше плеч, либо немножко ниже, то это будет 100% ваншот. Если вы попадаете
четко в туловище, в живот, либо ниже, то это будет не ваншот. А если вы попадете даже в ноги, либо там в руки, то вероятность урона снижается. И, к примеру, это будет не ваншот, но у соперника останется примерно 5-10 хп. На бумаге эта схема выглядит так. Я не художник, но нарисовал понятно. Делаем вывод, что двух выстрелов нам вполне достаточно, чтобы положить кого-то на лопатки. Ну а если вы хотите полностью убить его и предотвратить какой-либо файт, то вам нужно будет как минимум 3 раза попасть в соперника. И неважно, на каком расстоянии он находится. 3 выстрела, и он труп. Скрафтить этот патрон можно на втором верстаке за 5 металла и 10 пороха. На выходе вы получите 2 патрона. Изучение по ветке верстака вам обойдутся в 475 скрапа, а на столе исследований вместе с патроном вы его изучите за 75 скрапа. Подходит он на все виды дробовиков из списка. На этом все, мои любимые растеры. Обо всем рассказал, все подробно объяснил. За мои старания можете обязательно поставить лайк и подписаться на этот канал. А мои соцсети будут в описании, подписывайтесь.